Заложена бомба. Такое сообщение поступило на железнодорожный вокзал Набережных Челнов. Звонок поступил в 4:00 утра. Пассажиров почти не было. Сотрудники только те, кто на смене. На место прибыли все оперативные службы. Всех эвакуировали, здание оцепили. Параллельно искали того, кто сообщил о взрывчатке. Айрат Назипов знает подробности. Ориентировочно где-то в 3:20 утра поступил звонок на телефон 112 о том, что вокзал заминирован. На это сообщение моментально отреагировали все необходимые службы. Территорию вокзала оцепили, людей эвакуировали. Поскольку все произошло ранним утром, их было немного. Всего несколько сотрудников и постояльцев гостевой комнаты. Здание и округу проверили кинологи, но подозрительных предметов они не нашли. При проведении обследования не было выявлено никаких посторонних предметов подозрительных или взрывчатых веществ. И ориентировочно где-то в 5:00 утра оцепление сняли и запустили всех уже на вокзал. Звонившего анонима задержали почти сразу. Им оказался 28-летний житель Елабужского района. В настоящее время лицо задержано. Решается вопрос о возбуждении ходатайства перед судом об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Сейчас стражи порядка выясняют мотивы такого поступка. В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Если вина молодого человека будет доказана, ему грозит лишение свободы сроком до 3 лет. Айрат Назипов, написание меня зовут Ильшат Аюпов, вызов 112.